Ну, я вообще с одной стороны человек оптимистичный и оцениваю оптимистично, что мы движемся вперед. То есть это бесспорно. С другой стороны, могу сказать, что, конечно, наши бы достижения могли бы быть больше, если бы мы более эффективно трудились, понимаете? Но для этого мы и собираемся на съезд, чтобы обсудить, посоветоваться и решить, как же нам работать более эффективно. Значит, дело в чем, что наш вот сегодняшний съезд, он носит, ну, скажем, эпохальное значение, потому что через год заканчивается наша совместная деятельность в рамках НПП с правительством. И мы за год должны проделать колоссальную работу, чтобы НПП стала уже self-sufficient, то есть самодостаточной организацией, способной самостоятельно решать поставленные цели и задачи, и уже более активно оппонировать правительство, понимаете? Поэтому вот в этом важность этого съезда. Ну и важно, что эти вопросы были поставлены на повестку дня, и вчера мы очень, на мой взгляд, эффективно поработали, пообсуждали эти вопросы вот, ну, таким, скажем, узким кругом. Ну, для меня очень тоже важно, я являюсь и вот членом комитета по машиностроению и металлообработке, и членом Союза машиностроителей Казахстана. И вот найти вот этот баланс и сотрудничество между подразделением НПП и самостоятельной ассоциацией, это тоже очень важная задача. Слава Богу, вот за последние год-два мы начали решать вопросы финансирования ассоциаций через НПП. Я вижу в этом тоже очень неплохие, так сказать, возможности для дальнейшей работы и эффективности.